посмотреть, какие есть аквариумы. Проходи. У вас есть петушки? Есть. Так, давай посмотрим, какие петушки есть. Это они везде в разном аквариуме. Там. Вон есть. А вот там отдельно. А ну посмотрим, какие. Вот это вот петушки, да? Мой петушок, да? Да. Там дальше. Петушки. Посмотри, какой красный. Хочешь такого красного петушка? Смотри, какой красный. Возьмем такой красный. Маленькую рыбку, а красную, как у щенки. Возьмем? По петушку есть. Это все петушки? Нет, вот петушок один плавает. Они друг от друга отдельно. Вот один петушок плавает. Вот один петушок синий. Вот петушок вот такой. Я понял. Вот петушок тоже красный. Ой, какой красный, красивый петушок. Вот этот вот такой раскрылся. Хвостик раскрыл, такой красивый. Это, наверное, мальчик, потому что мальчики красивые. Это мальчики, мальчики. И вон красный. Петушок красный. Давай брать аквариум. Вот такой аквариум. А где еще петушки? Аквариум, как у свинки. Смотри. Есть такой аквариум, как у папы возьмем? Ой, как у папы аквариум. Возьмем такой? Хорошо, пойдем еще посмотрим, что здесь есть. Вот какой темно-синий. Влад, посмотри, какого цвета будем брать? Вот есть темно-синий. Темно-синий петушок. Давай. Красного хочешь? Давай. Такой красивый. И вот еще красный. Я хочу два. Я хочу два. Но они два в аквариуме не поместятся. Это два мальчика, они друг друга загрызут. Два мальчика не могут быть в аквариуме, они друг друга загрызут. Можно только мальчика и девочку купить, а это мальчик тоже. А девочка? А девочка, смотри, вот девочка, видишь, какая она? Девочка. У нее маленький хвостик, и вот синяя девочка. Давай, синюю девочку. Какую, синюю девочку? Да. А еще одетом. И красного мальчика? И девочка. И маленькая девочка. Давай. Это там сверху. Это девочка. Иди брать аквариум. Это все будет. Подойди, водичку наливают рыбки, чтобы мы могли ее довезти. И же надо пить по дороге, да? Покажет, какой корм нужно взять для нашего петушка.
такой. Ну, сейчас я посмотрю, какой подходит. Какой взятый? Нет, вот там какой-то. А как много давать? Щепоточку такую, пластик. То есть он должен за 2-3 минуты. То есть маленькую щепоточку. Заточка, ты еще сачок выбираешь? Выбери для петушка один сачок. Один только возьми. Маленький. Маленький сачок для петушка. Взяла? Ну, черненький взяла.